boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat. It's our town, everybody's scream. Сегодня 27 октября, сегодня Хэллоуин. Мы осмотрелись по сторонам и поняли, что нет ни зомби, ни вампиров, ни ведьм, никто не летает на метле, не ходит, не пугает людей. Мы решили исправить такое положение дел, потому что у нас есть прекрасный визажист, девушка-художник. Сейчас мы находимся возле ресторана «Додо Пицца», потому что это наши хорошие друзья. Они любезно предоставили нам помещение. Далее мы хотим проехаться по клубам, по самым страшным и злачным заведениям и подготовить небольшой видеоотчет по тому, как проходит Хэллоуин сегодня в Сыктывкаре. Вы с нами? Пойдем. Это не образ для Хэллоуина. Это на самом деле я немножко поломан еще. У меня зубы скреплены проволокой, поэтому я так разговариваю. Не обращайте внимания. Идем дальше. Dear Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest. Наше рабочее место. Присоединяйтесь. Дима, из года в год у тебя будет одно и то же. Я даже в 30-ку так накрашу. Мой второй лик раз в год себя показывает. Ну все, следующий пошел. Че, все, да? Красавчик. Слушай, мне нравится. Мне тоже нравится. Ой-ой-ой. Такие милашки. Ты знаешь что-нибудь о Хэллоуине? Что-нибудь, ну что? Ну что это за праздник вообще? Ну когда собирают конфетки. Дети ходят по домам, им дают. Да, а чем мы не дети? А ты будешь сегодня сладости собирать? Как пить дать, сладости я буду собирать. Такому улыбаке кто не даст. Мы сейчас пойдем пообщаемся с людьми. Привет. Как вообще я выгляжу? Хуеласт. Че, не идете никуда? Да, у нас корпоратив менеджер. Вот завтра на работу. Вот ему на работу, а ему нет. Во все. Мы во все пойдем. То есть мы будем снимать, да, во всех клубах. Пожелайте всем тем, кто будет сегодня праздновать Хэллоуин в разных клубах, чего-нибудь, не знаю. Все самое наилучшее. Бухайте все. Вы сегодня идете гулять? Нет, сегодня мы не идем, мы вчера ходили. А, вчера ходили? А куда ходили? Если не секрет. Куда ты ходила вчера? Я ходила в Штоф. Ах ты! Нифига, Штоф. Было просто мега трешово. Всем советую туда сходить. Говорят, что на каблуках там было реально неудобно, типа ветки по всему. Нет, там не только ветки были, там еще и каблуки. Часто ли вы сюда приходите? Вообще нормально, мы здесь уже третий раз целый. Вот она вот первый раз вообще, она говорит, вообще четко. Прям говорит, как в Питере, короче, все, один. Федя, пиццу поболее, Валец, поболее. Пожелания еще тем, кто сегодня будет гудеть. А, да, тем, кто сегодня отвечает. А, да, хорошо до дома добраться. Ну что, мы прощаемся с Дудой и переходим к клубам. Но перед этим мы спросим у нашей Тани. Тани, как все прошло? Мы вам мешали сегодня? Нет, мы не мешали. Вы вообще большие молодцы. Рассказали очень много людей, люди были довольны. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Вкусный у вас достер и пицца. Приходите к нам еще. Обязательно. И еще приведем с собой 1000 друзей. Хорошо, давайте. Все, спасибо большое. До свидания. А сейчас мы начинаем метро.
Все подписали смертный приговор. Поехали! Ну что, пока. Все было здорово. Все. Спасибо большое. Короче, ребят, поехали в Штоф, кто за? Все, едем в Штоф. Это на самом деле легендарное место Штоф. Говорят, тут вчера было просто супер туса. А, это те чуваки, которые в ДДО сидели? Да-да-да, мы сейчас проверим, на самом деле ли это так. Мы, собственно, и в Штофе. Это самый, это тоже очень легендарный клуб. You are the sun. You are the only one. Там Хэллоуин именно в этом месте. Нравится? Оставим какую оценочку? 10. Пошли дальше. Хай! Хули ненарядные! Уже на плече! Продолжаем! А вы хотите песен, их есть у меня. Давай! Я перегору любого слова. Я старый металлист, общий костеляк. Magic people, voodoo people. Вы сейчас находитесь в легендарном Штофе. И как у вас сейчас настроение? Проблема в том, что мои друзья не хотели идти, они предпочли сидеть дома. А за счет друзья? Да. Они предпочли сидеть. Подруги? За друзьями погнали. А так по десибальной системе что, как вы оцениваете? Говорят, тут охуенно. На девятый. Девять. Что в девять? Какие у вас эмоции? Ну вот мы зашли, побыли там, посмотрели. Смотря как услышал, любил. Классно. Позвони Юре. Как бы. Юре позвони. Долго, да, он там с ним? Да нормально, мы бухаем. Стас, ну что сказали? Чё? Спасибо, чё они такие серьёзные? После клуба что? Заходим в Рисинг Народ. Пойдёмте, молодой человек. Хорошо. Я этого парня видел. Скажите, как ваше впечатление от клуба Нара? Когда служба выехала зафиксировать, это было к 17. Он наш, чувак. Пошли опрашивать людей. А как вам клуб Нара? Нравится. Чем вам больше нравится? Весело. Можно отдохнуть хорошо. А знаете, что я вам попросил? Я думаю, здесь можно записывать. Ну что, собственно, можно сказать о Наре? Приехали туда слишком рано. Ну вот мы идем. Сейчас на данный момент. Магазин. А зачем? Зачем Джокеру в магазин? За ножом. Таблетками. Роман, а что, куда сейчас едем? А, хрен его знает, я еще не решил. Давай под водой снимай. Куда ты хочешь поехать? Я хоть на край. Давай жребий кинем. Да, кинь жребий. Это Немо. Тут на улице куча народу. Грим просто шикарные ребята. Шикарский Хэллоуин. Да, верно. Я забрал твою душу. Мы заходим в Немо, несмотря на вот эту кучу толпы, просто через директора. Берите команду и заходите. Ну все. Погнали. Welcome to Halloween Party.
делом, отдыхай! Мы побывали в клубе Немо, здесь супер, шикарно. Многие люди сказали вообще 10 баллов. Просто они сказали 11 баллов. Просто, да, круто. Да, музыка просто. Музыка вообще отличная. Ну ладно, похуй, едем. Следующее место очередной гараж. Это теперь гараж. Это мой великий гараж. Could you ever find my soul? Покажите на пальце. По 10-бальной системе. Это сколько? По 10-бальной 12? По 10-бальной 12. Логично. Да, почему лучше? Нам очень нравится отличная музыка. Все отличные. У тебя отличный грим. Давайте тоже так же делайте, ребят, на следующий год. Это ты мне показал? А, ну окей, давай. Мы зашли в релакс. Пойдем посмотрим, что здесь. City that brings me alive. О, круто! Не пускают! Да, вроде все размазалось. Ну-ка, посвети. Ну что, мы уже побывали в многих клубах, и мы сейчас немного предустали, но нам поможет энергетический момент. Адреналин! Пацаны, давайте, пацаны! Адреналин! Мы не зря делаем это, блядь! Дело великое! Не тащим! Давай, давай, давай! У нас еще есть энергия, зажигаем! Да, фонарику вообще пизда. Все супер. Мы уже, короче, подъехали к еще одному клубу. Называется Хост. Я попутал. Автопати, все в Хост. Погнали! С охранниками в Немо, и мне разорвали ебало. Это конечный наш пол. И закончился наш небольшой рейд. Мы постарались зайти во все клубы. Где-то сегодня не было Хэллоуина, куда-то нас не пустили. Ну, не то, чтобы нас не пустили, где-то запрещена видеосъемка. Судить вам.
где вам больше всего понравилось? Для вас работала команда Funny Friends. Я думаю, это видео будет уникальное в том, что мы побывали во многих клубах в такой знаменательный праздник. Мы даже сейчас зашли в туалет, потому что очень-очень... Единственное место, где можно что-то сказать. Да, что-то сказать. Ставьте лайки, что понравилось. Вот тут так, вот внизу. Да, вот тут как все делают. Вот тут. Тусите. Ребята, пока молодые, тусите. Хэллоуин!